Привет, друзья! Обещала я в видео, что я запишу со своим лицом видео. Я только с улицы пришла, искупалась, решила перекусить. Ой, сегодня устала. Воскресенье, надо отдыхать. Но... Вот зашла, сейчас телевизор буду смотреть. Уроки сделали, всех покормили, все, убрались в порядок. Можно отдыхать. У вас какие дела? Кто где сегодня отдыхает? Сегодня воскресенье. Завтра уже в школу, детки. Ну ладно. Всем хорошего дня. Выходного дня, воскресного дня. У нас сегодня погода ветер, но я так и работала. Потому что боюсь, что сейчас ногти буду перекрашивать в другой цвет. То уже стерлись. Где ешь? Давай, иди, я иду.